Приветствую вас, любители Red Alert 2. Сегодня у нас вторая случайная карта. Мы продолжаем их отыгрывать. Городская спешка. Значит, наоборот теперь сыграем. И что-то я хотел сказать еще. Да ладно, скажу по ходу боя. Парашютный десант у США. Вперед! Да, сэр. Так, вперед. Ну здесь сразу не надо лезть на его вперед. Танк, потому что танк Советов сильнее. Вперед, вперед. Параметры нового здания. Замечательно. Здание. Вперед. Уже пути. Иду. Да, пути. Да, вперед. Замечательно. Строительство покончено. Юнит докладывает. Параметры нового здания. Еще можно базу захватить. Строительство покончено. Учеба. Успеем? Установлен новый пункт сбора. Наверное, не успеем. Здание. Инженер. Параметры попробовать нового можно. Здания. Есть план. Здание захвачено. Нашу базу атакуют. Ну это значит будет быстрая схватка, друзья. Так, 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 ребята, сейчас мстить идут злые. Нашу базу атакуют. Злые идут. Учеба. Уничтожать нас. Ремонт. Строительство окончено. Параметры нового здания. Потеря. Да собак не трогай. Собаки хорошие. Строительство окончено. Породистые, там родословная здание. У них хорошая. Потеря. Нашу базу атакуют. Ремонт. Инженера вырабатывал, будешь перехватывать мою базу. Ладно, друзья, давайте уже закончим, но раз. Я не планировал его сразу захватить базу, но раз он не стал ее обстраивать. Параметры нового здания. Готово. Подвигаемся. Движение. Буди. Понял. Сопротивляться, здание. Сопротивляться решил. Понял. Да какой дерзкий атакует. Вообще. Сейчас всех перестреляют наших. Слушайте, это, ну, лучше ремонт. Не шутить с таким. Строительство окончено. Он дикий вообще. Параметры нового здания. Нашу базу атакуют. Здание. Ремонт. Тесла пехота пошла. Здание. Это парень борется просто теми силами, ремонт. Какие у него есть до последнего. Нашу базу атакуют. Мало денег. Ремонт. Так, а ты там добываешь, да? Ну ладно, добывай. Нашу базу атакуют. Потеря. Не могу развернуться. Ремонт. Нашу базу атакуют. Здание. Нашу базу атакуют. Ремонт. Ремонт. Подкрепление готово. Нашу базу атакуют. Здание продано. Потеря. Даже атака пошла. Ремонт. Нашу базу атакуют. Да, хочется еще. Выбор цели. Вот тут захватить здание. Когда он до. Готово. Нам надо там забор сломать. Готов. Нашу базу атакуют. Ремонт. Нужно подчинение поставить. Нужно подчинить. Да, да. Уже иду. Вперед. Юнит ну вот, он взял ящик уже и подчинил. Уже иду. Давай, проедь по заборчику. Нашу базу атакуют. Вот, отлично, молодец. Нужно починирую. Двойной десант, в общем, мы получаем. Тут я хотел вам показать, если такое здание захватываем, играя за Америку, то, ну, это сильно, на самом деле. Двойной десант может нашу базу серьезно атакуют. Навредить. Здание. Все, друзья, идем к победе. Так, вы что там? Потеря. Откуда вы выходите? Нашу базу атакуют. Ремонт. Пацаны под обстрелом просто тут потеря. Прорываются. Строительство окончено. Мало денег. Потеря. Нашу базу атакуют.
потеря. Строительство окончено. Повышаются. Ёлки-палки. Потеря. Ремонт. Призма башни там уже должна была перегреться и взорваться. Так безостановочно она еще никогда не работала. Строительство еще не завершено. Потеря. Параметры нового здания. Нашу базу атакуют. Выбор цели. Здание. Ремонт. Строительство окончено. Потеря. Нашу базу атакуют. Потеря. Готово. Подкрепление готово. Выбор цели. Потеря. Очень классно. Я специально как-то не пытаюсь вынести. Вот посмотрите, что творится. Здание. Ремонт. Потеря. Там надо на выходе из казармы повесить табличку «Не выходи, опасно, призма башня», знаете вы? Потеря. Нашу базу атакуют. В общем, он достойно, подкрепление как мог, готово. Просто как мог. Выбор цели. Противостоял мне. Готово. Здание. Учеба. Рудокоп атакует. Потеря. Строительство окончено. Мало денег. Выбор цели. Совершенствование. Приказ. Готово. Покончим с этим. Покончим с этим. Отходим. Рудокоп атакует. Потеря. Сейчас у них закончатся деньги. Готово. И они тоже сдадутся. Но у них просто один раз, когда рудокоп привозит, это у нас как 10 раз привозит. Ну, примерно так. О, ящичек. Рудокоп атакует. На таких картах мелких можно сделать какую-то группу танков и ездить, ящики собирать, и там запустить их сумасшедшим образом. Скорость и броню, и огневую мощь, и вообще все-все-все. Рудокоп атакует. Здание занято. Даже бочки есть на этой карте. Можно пакостить здание. Рудокоп атакует. Так, ладно, ребят. Подкрепление готово. Давайте. Я пойду по дороге, Рудокоп атакует. Ты победитель. Посмотрим, сколько там ребят вышло из казармы. 300 человек почти. Это немало, друзья. Так, ну ладно. В следующей части будет следующая карта.